Очаков ТВ представляет. Вы все тут тусуетесь? Да, как и вы, впрочем. Лайка, что нового? Что нового? Поговорил несколькими людьми, хорошо. Ну и как, что-нибудь рассказали вам? Интересно? Да, да, переубедил их и сказал, что они согласились, что Россия фашистская страна и что должна распасться. Да ужас какой, что вы гоните? Да, 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 серьезно. Да ничего, вот никогда вот это не получается. Но как это не получается? Прекрасно получается. Вы совершенно слабый блогер, у вас ничего вот такого подобного не получается. Абсолютно получается. Вы зря думаете. Да, ну как это зря? Я не то, что думаю, я же все равно... Вы мне попадались, я вас смотрела, мне из любопытства я вас смотрела. Кстати, выйдет сегодня ролик с вами. Вы знаете об этом? А зачем вы так сделали? Ну, пожалуйста, конечно, я тут не могу запретить вам. Конечно, не можете. Более того, если даже вы попытаетесь запретить, мне это будет фиолетово, ваши слова. Потому что вы поддерживаете фашистский режим в своей стране, и, следовательно, являетесь... Я поддерживаю свою страну. А как вы думаете, страну... Да мне только прекрасно, мне только респект, что я поддерживаю свою страну. Как вы думаете, любую страну надо поддерживать, если она совершает преступление, надо поддерживать страну? А это мне не важно. И сейчас, в данный момент, я поддерживаю свою страну. И я точно уверена, что моя страна права. И за нами правда. Понимаете, вы поддерживаете преступную деятельность своей страны. Не надо к чему-то это присасывать или что. Сейчас конкретно о моей стране идет речь. О вашей я стране? В ней уверена. О вашей я фашистской уверена, стране? Права. О вашей фашистской стране? Нет, это не так. Так вы же сказали, что вы темная женщина, лучший. Вы ничего не понимаете. А сейчас вдруг вы стали уверены. Как это так? Я сказала, что не то, что я не понимаю. Я имею, говорю, свое мнение, но я не умею его правильно выразить. Я вот это вам сказала. Грамотно и красиво. Вот так и у вас и сейчас не получается выразить свою мысль. Ну, да, а я вот именно и не спорю, это не отпариваю. Зачем же вы выходите позориться в чат-рулетку? Зачем вы позориться выходите в чат-рулетку? По-вашему, не умея сформулировать свою мысль. Без вы того же сами меня это тянули. Для чего вы выходите в чат-рулетку? Такая из людей все это тянуть и недалекую людей, свою да? мысль, это ваш, а позориться в чат-рулетке. Цель? Для чего вам это надо? Это ваша цель? Для чего людей? Вы выходите? А позориться? Вам нравится позориться? Нет. Я выхожу в чат-рулетку. Это вообще-то вам нравится чат позориться, для общения. Да? А не для того, чтобы кто-то потом выкладывал. Как кто вам Нет, сказал? Я выхожу это общественное общаться. Место. Да. Это общественное место. Вот, и, я выхожу и все общаться. Да, и вы попадаете на YouTube, потом будете позориться. Вот. Ну, то есть, это вы так решили, что я должна позориться? Я не решил, что вы должны позориться. Я по факту говорю, что вы опозорились. Душевно и по-человечески я с вами говорю. Вы опозорились. Я не говорю, что вы должны позориться. Вы как раз, я не хотел бы, чтобы вы позорились, но вы опозорились, понимаете? Продвигая свои фашистские взгляды. Вы очень подлый и нехороший человек. Редиска, я знаю. Просто очень некрасивый. А что некрасиво? Почему я подлый? В чем моя подлость? Вы просто отвратительный. А в чем моя подлость? Можно узнать? Ну вообще, что вот... Ну как вообще? В чем конкретно выражается моя подлость? На обзор всем людям, хотя я с вами вот именно говорила от чистого сердца, я вас предупредила, что я не могу выразить правильно свое мнение, но вот если вы хотите, да, ладно, вы же уговаривались, ну как бы убедили меня, да, мне главное ваше мнение. Я с вами поговорила от чистого сердца, один на один. Вы же меня свое фашистское мнение. Что я это мнение ваше выложу там на всеобщее обозрение. Вы стесняетесь. Не были со мной честны. Вы стесняетесь своего Нет, мнения я не фашистского, стесняюсь. Да? Я вам говорю, что вы поступили со мной нечестно. Вы своего фашистского мнения стесняетесь, правильно? Да вы что, с ума сошли? Я не мнение стесняюсь. Я стесняюсь, как я выгляжу и как я его выражаю неграмотно. Ну, слушайте, мне. Главное, вы знаете, да самое... Ты в задницу, ты что, совсем не понимаешь, о чем я тебе говорю? Не горите, вы что? В
самого факта, вот мнения своего, я не стесняюсь. Это моя позиция. Так это главное. Я это в ней главное. Уверена. Смотрите, я здесь да ты хоть как ее назови, но это дурдом, если то, ты ее видишь. То, как... что вы недалекая темная женщина, как вы сами сказали, это ваши проблемы. Это здесь мало кого интересует. Вы недалекая не потому, что вы не умеете выразить свою мысль, а вы недалекая, потому что вы не можете понять, что фашистскую идею вашей страны поддерживают мерзко, подло. Как может быть фашизм в стране, которая с ним боролась? И до сих пор борется с этим фашизмом. Легко вам объяснить. В нашей стране столько разных наций, национальностей, и мы все живем. И что? И все эти ваши национальности, почему-то большинство из них, она поддерживает оккупацию чужой страны Украины. Почему так? Поддерживают оккупацию. Вы против? Украины. Вы против того, что ваша страна оккупирует Украину? Наша страна, во-первых, ничего не оккупирует. Как не оккупировали? Вы присоединили к себе и в Конституцию записали украинский язык. В нашей стране очень много национальностей, которые все вместе. И вы все поддерживаете, вы все поддерживаете вот эту захватническую войну. Фашистам. Совершенно верно. Вы все поддерживаете захватническую войну. Что с вами что-то не так. Я не знаю, то ли я больная, то ли вы больной. Не, мы же это выяснили уже. Вы сами сказали. Выяснили уже, да? Вы темная. Спасибо вам. Хотя бы я теперь. Кто фашизм поддерживает? Нормальный человек не может поддерживать фашизм. А я понять не могу. Какой-то контент у вас делается, да, с моим выходом, если вы меня вот выставите. Конечно. У меня контент делается с любым выходом. То есть я получился интересный человек, да? Контент я вам сделала. Ну, как интересный, вы знаете, насколько может быть фашист интересен, как вы думаете? Ну, вообще... Вы как явление, ну, как явление, да? Как явление, вот смотрите, вы похожи на человека, ну, да? Какая-то фишечка есть, вы зачем? Есть, смотрите, вы похожи... Я могу рассказать, в чем контент. Вы же не даете мне. Можно я расскажу, или вам не интересно уже? Да контент я поняла. Я имею в виду про меня... Вас, конечно. Знаете, чем вы интересны? Знаете, чем? Тем, что, смотрите, вроде вы похожи на человека. После первых слов даже можно подумать, что вы человек, понимаете? А потом, чем дальше, тем больше люди понимают, что вы просто существо. Не человеческое, а человекообразное, к сожалению. Которое поддерживает фашистские идеи вашего... Государство, которое захватывает сейчас чужие территории. Понимаете? И это страшно, на самом деле, вы знаете, это страшно. Видеть вначале существо, похожее на человека, а потом оказывается, что это и не человек-то вовсе. Вы знаете, точно, как вот сейчас вы описываете вот странную такую картину, мне сегодня встретился молодой человек, ну, как мужчина с Украины, если можно его так назвать. И мы с ним такие беседы, минут 15. Кстати, он прям до вас, по-моему, встретился, да? И вот вы, и я сказала, может, такой, вы вот меня вот это цепанули, когда душа была такой, на разрыв. Минут 15 прям хорошо так беседовали, о серьезном, и все. И он потом резко камеру... Хопс вниз, и там это вы мне рассказывали. Это первое, вот, что вы мне рассказали. Это вы мне рассказали первое, когда мы с вами в предыдущем ролике встретились, понимаете? Для чего вы это сейчас повторяете и смакуете со всеми подробностями? То есть вам это понравилось, я вижу, да? Может, вы для этого здесь и сидите? Знаете, меня это вы для этого здесь и сидите, наверное, да? Это у вас у всех, наверное, стратегия. Вам это такая, нравится, да? Вот так вы... Вам нравится вот это, понимаю. Нет, вы такой сторонница эксбиционизма, да? А у кого-то... Вам это понравилось, понимаю. Ну такая же хрень. Сначала втереть там доверие. Понимаю, вам это понравилось. Под дых удар. Вам это понравилось. А, он к вам втерся в доверие, а потом под дых удар, да? Но вам же это понравилось. Судя по вашей реакции, вам это понравилось. Что вы мне так смачно, с подробностями, второй раз об этом рассказываете. Мне это не интересно.
и неприятно даже слышать. А вы это смакуете каждое слово. Для чего? Да вам понравилось это, да? Сначала стираешься в доверие, а потом вот удар под дых. А потом вы стесняетесь своего высказанного мнения, да? Да почему? Я не стесняюсь, еще раз повторяю. А что же вы тогда говорите? Повторяю. Что вам не нравится? Мое мнение, это мое мнение. Да совершенно верно. Если вы его не стесняетесь, оно выйдет на YouTube, и пусть над вами опозоренный поржут ваши знакомые и родственники. Да мне насрать, ты чего взял, что я стесняюсь? Мнение. Вот почему вы не хотите? А почему вы не хотите, чтобы оно вышло? Тихо, не горите. Почему вы не хотите? Взрослый мужик. Тихо, не горите. Прямо не горите. Сейчас дым из-под вас пойдет. Сейчас дым из-под вас пойдет, женщины. Темная женщина. Дым из-под вас пойдет. Надо так вот довести человека. Фу, я вас довел, да? То есть это не вы себя довели. Меня довел. Ну-ка, пошел ты насчет. Смотри, держите себя в колготках. Чего вы выпрыгиваете? Да, надо брать. Я понимаю, вам понравилось, что мужик опустил камеру вниз, вы возбудились и сейчас начинаете подгорать. Не надо. Успокойтесь. Не надо стеснять свое мнение. Вы показали свои фашистские настроения. На это посмотрят ваши друзья, родственники, знакомые. И это будет минута вашего позора. У вас называется минута славы. И это сейчас, это, кстати, второй ролик уже снимается. Вы продолжаете позориться. Хотя бы, может, наконец-то... Я сейчас вторую серию назову, это еще вторая серия, где вы продолжаете позориться. А знаете, как первый ролик называется? Первый ролик называется... Я женщина, я темная. Да мне плевать. Просто куда ты убежала? Ей плевать, блин. Я женщина, я темная. Вторая серия.